Так вот выяснилось, что с 60-х годов до 84-го года, когда информация только начинала приходить вот в таких достаточно больших объемах, шел рост креативности. С 84-го года по 90-й стабилизировался рост креативности. И начиная с 90-х годов идет неуклонное снижение креативности детей в выполнении этого теста. 85% детей в 2008 году получили баллы более низкие, чем в среднем в 84-м году. Это действительно фундаментальное снижение интеллектуальных функций, потому что креативность свидетельствует о них в первую очередь. Вот такие у нас стали с вами невероятно креативные дети. Исследовательница, которая проверила эти 300 тысяч отчетов, да, по этому тесту за полвека, пишет: наши дети стали менее эмоциональными, менее энергичными, менее вербально активными, обладают меньшим чувством юмора, менее развитым воображением и так далее.